отож у нашій студії Юлія Жданюк. Доброе утро. Професійний інструктор з пілатесу. Що ж, у нас така спортивна нотка була до цього. Був дуже кумедний кліп, там, де дівчата бігали. Я думаю, що їх, мабуть, тривожило те саме питання, яке і нас. Ми сьогодні хотіли би поговорити о експрес-похудінні, о його вреді на самом деле. Тому що зараз уже в канун праздників всі стремляться швидко збросити вес. Наскільки це небезпечно? Да, вы знаете, у нас сезон к Новому году похудеем, потом сезон к лету похудеем, все это, как всегда, буквально месяц или там две недели или неделю до праздника, все срочно. Да, любые экстремальные воздействия на ваше тело, это не очень хорошо, любое действие рождает противодействие. Всегда нужно подумать о том, насколько вам важно сброшенных там 50 грамм веса или там здоровье вашего позвоночника и колени, например. Поэтому тут очень такой, да, вопрос. Меня интересует еще такой момент. Есть хотя бы какая-то минимальная польза от такого быстрого похудения? Вы знаете, я вообще к такому быстрому похудению отношусь очень осторожно. И, ну, не считаю, что мы должны в повседневном своем, там, к платью, к дате подгонять свое тело. Куда грамотнее, куда на самом деле менее затратно в течение года уделять себе внимание, заниматься любимым видом спорта, чувствовать себя прекрасно, и тогда у вас не будет такой проблемы. Вот какой минимальный срок, то есть, ну, хотя бы ориентировочно, безопасный минимальный срок, за который можно похудеть и не принести вред своему здоровью? Вы знаете, все индивидуально настолько, потому что все мы очень разные. Для кого-то похудеть – это на весах лишних там полкило, а для кого-то похудеть – это еще вес одного человека. Поэтому все, если это серьезные какие-то вопросы, то это решается обязательно с диетологом, не только с тренером, потому что все-таки питание ключевое в данном вопросе. Вот, поэтому сказать вам точно дату, в общем… То есть все зависит от веса, да, который мы. Еще такой вопрос. Что вы скажете на то, что худым людям, более худым, тяжелее похудеть, а те, которые уже в нормальном таком весе, грубо говоря, да, тем легче сбросить вес? Правда ли это? Ну, конечно, пропорционально 1% от веса или там 2% от веса в 50 килограмм и 2% от 100 килограмм – это гораздо заметнее, поэтому, конечно, таким людям всегда заметнее. Но вопрос все-таки, вы же знаете, мое как бы отношение ко всему направлению спорта. Я считаю, что не навреди, самое главное, вот, быть красивым, здоровым обязательно в сочетании, а не по очереди, так не получится. Дело в том, что такое экспресс-похудение очень сильно влияет на гормональные изменения, в частности, на настроение у человека. Ну, да, мы все разные и в плане отношений к каким-то вещам, но поскольку, особенно женщины, мы очень регулируемы гормонами нашего тела, и любое резкое изменение веса, конечно, влияет на нашу внутреннюю химию, поэтому, ну, это все очень серьезно, хоть это кажется очень легко. Вот, по поводу не есть там тоже до голодных обмороков, это тоже все очень плохо на самом деле, потому что организм перестраивается в такой нездоровый режим. В любое экстремальное или любое очень серьезное похудение обязательно должно быть под присмотром диетолога и, если вам нужна форма, тренера. Самостоятельно лучше не делать никаких экстремальных себе... Да, вот хотелось бы нашим телезрителям напомнить, потому что знаю такой неоправданный миф о том, что достаточно просто ничего не есть, и ты похудеешь и будешь в хорошей форме. Ну, похудеешь, возможно, вот про хорошую форму. А вот поговорим еще о спортивном питании. Вот вы занимаетесь, да, профессиональным спортом. Какое питание больше всего подходит девушкам, которые хотят привести себя в форму или же поддержать свою форму? Вот, и в сочетании с какими нагрузками лучше это делать? Хороший вопрос, спасибо. У нас сейчас очень много распространено спортивного питания, которым девочки пытаются заменить нормальную еду. Так вот, я вам скажу, что ничего, волшебства в этом плане не существует. Питание должно быть разносторонним. Обязательно должно содержать все необходимые и микроэлементы, белки, жиры, углеводы. Слово «жиры» страшное, обязательно должно быть тоже в определенном процентном соотношении с каждым приемом пищи, иначе у нас многое просто не усваивается. Наше тело такое устроено, там, опять же, целая фабрика, которая занимается расщеплением всего, что мы съели, и если чего-то не хватает, это только усугубляет задачу нашему телу. Поэтому перебор не надо, все, что занадто, то нездраво. Вы кушаете разноплановую еду,
здоровая пища, это, конечно же, не жареная картошка и гамбургер, несомненно, и не на ночь, и не ночью. Я знаю, да, некоторые не едят до 6, потом после 6 справляются со всей программой, которая была предназначена на день. Это должно быть дробное питание, вообще 3-5 даже раз в день небольшими порциями, чтобы ваш организм нормально функционировал. У нас очень много функций, которые зависят от потребления пищи. А какой объем калорий оптимален для того, кто находится на нормальном похудении? То есть для того, кто не стремится быстро похудеть, а просто решил этим заняться? Вы знаете, я вас немножечко, наверное, удивлю. Я не считаю калории. Как бы, если это все гармонично, но в среднем это все, опять же, очень усредненно, вы понимаете, среднее вообще статистическое, это когда у одного один уже при смерти 20 температура тела, у другого 40, а в среднем по больнице 36,6, понимаете? То есть, ну, есть общепринятые формулы, где-то около 2000 калорий, зависит от вашего вида деятельности, от спортивной нагрузки, от длины рабочего дня, ну, в общем, от всего, от ваших, да, физиологических особенностей, поэтому, ну, опять же, все индивидуально. К сожалению, нет такой формулы, которую можно открыть в интернете и прочитать. 3 упражнения для похудения. Один раз сделал и вышел красивый. Нет. А вот хотелось бы спросить, что делать сладкоежкам? Я вот лично очень большая сладкоежка, фанат этого дела всего. Есть такое, не знаю, мнение, что утром девушки, женщины обязательно должны съесть что-то сладкое, иначе весь день на смарку. Хорошая какая новость для меня. Я тоже очень люблю сладкое. И, в общем-то, в нашем рационе должны присутствовать разные направления еды, и немножко острого, и сладкого, если нет противопоказаний. Но все имеет свои, опять же, границы. Сладкое может быть очень полезным, например, там финики, ну, такого растительного, да, происхождения. Вот я не против того, чтобы сейчас к новогодним и рождественским праздникам позволить себе какой-то, не знаю, там, пряничный пряник, какой-то вкусный рождественский, там, не знаю, пирог, потому что, ну, как бы жизнь все равно состоит из очень приятных мелочей, и в этом себе отказывать, это не значит, что надо съесть целый пирог. Поэтому, да, сладкое нужно, оно нам нужно как часть, опять же, функции нашего тела, у нас мозг очень любит глюкозу, поэтому, пожалуйста, черный шоколад, опять же. А еще хотелось бы узнать, вот у нас сегодня очень символично 1 декабря, ровно месяц до нашего Нового года. Да, точно. Для тех, кто все-таки хочет каким-либо образом хотя бы немножечко себя привести в норму, как правильно это сделать. Вот. Даже если мы, девушки, склонны радоваться даже минимальному 500 грамм минус, и мы уже радуемся. Понятно. Не, ну в вашем случае 500 грамм, я боюсь, что это будет уже катастрофа. Дело в том, что, ну, я все-таки представляю направление пилатес, которое не ставит своей целью именно похудение, вот, но могу высказать свое мнение. Месяц это, в принципе, достаточно, чтобы навести порядок в своем рационе, навести порядок в своем ритме жизни, потому что... Да, потому что если вы, например, не высыпаетесь, и вы еще ходите на какую-то очень тяжелую тренировку, вряд ли ваше тело с радостью будет прощаться, оно будет сопротивляться разными способами, пытаясь, наоборот, вас оградить, вам будет постоянно что-то хотеться есть, или постоянно хотеться. Да, совершенно верно. То есть тут, если, в принципе, месяц хороший такой промежуток временной, в который можно навести порядок в еде, в ритме жизни, и это должны быть регулярные физические нагрузки. Если это раз, вот сейчас, сразу после эфира, то это вряд ли поможет. Я думаю, что сейчас мы после эфира побежим за сладеньким. Спасибо, для мозга. Так. Наверное, я остаюсь после эфира и контролирую девочек. Вот еще такой, кстати, миф это или реальность? Дело в том, что говорят о том, что до 14 часов дня можно кушать сладкого больше, чем после. Ну, это зависит от ритмов биологических человека, от потребностей. И если вы просыпаетесь в 8 утра, то да, в какой-то период, конечно, у нас настроен в одном направлении ритм нашего тела, то есть обмен веществ, и можно позволить себе больше сладкого, углеводов и так далее. Но это, опять же, если вы просыпаетесь в 8, ложитесь там в 10. Если вы просыпаетесь в 10 вечера и ложитесь в 8 утра, то, вероятно, все будет по-другому. И напоследок
напоследок нашей уже очень полезной беседы я бы хотела узнать. Я знаю, что у вас планируется какая-то акция. Да, я хочу обратиться ко всем. Возможно, кто-то еще не знает. У меня в студии «Аквамарин» всегда есть пункт приема различных вещей, детских вещей. Мы стараемся передавать все, что можем, там, в детские дома. Потом у нас есть волонтеры, с которыми мы сотрудничаем и передаем теплые вещи по необходимости. Они решают, куда. То есть мы собираем это все в чистом, красивом виде и передаем. Если вы готовы присоединиться, у вас есть то, что вы можете передать, пожалуйста, мы будем рады принять и передать от вас дальше. Ну что ж, спасибо, Юля. Да, спасибо, да, вам тоже. Мы надеемся, что это наша не последняя встреча, и вы нам расскажете еще много интересного.